включить-выключить систему стабилизации. Опять же, она будет старая. Ты на такой не ездил. Она может... Не, такой я себе не купил. Ну, и даже планшета нет. Мне главное, чтобы в машине был планшет. Коллекционная стоимость этой машины... Давай руль потрогаем. С каждым днем ну, он такой уже затертый. Аль Кантара. Ну, он затертый, потрогай. Это такая уже, это я бы не сказал, что это уже кожа обдертая какая-то. На Аль Кантару даже не очень, можешь потрогать. Да. Если бы Аль Кантара, она бы такая была мягкая. Какого она года, как ты думаешь? 2005, 2006, там, ну, может, 2012. Ну, сиденье уже помято. Или они так и должны быть? Ничего себе, что у него сзади? Вот это да. Вот это руль. На руле значок вообще нет. Короче. Чисто что Бугатти. В том и прикол. Скажи, короче, а можно типа сфоткать в салоне? А у кого это спрашивать? BSVJ. И что тут у этого в салоне? Ну, как у всех, это, наверное, уже поновее у него там сенсорный. Да. Как может у Влада бумаги, я даже не знаю, такая маленькая. Такая маленькая с планшетом. Здесь вот пчелка написано. Снизу даже фотка. Би Ламбо. Ты смотри. Би Ламбо. Ты видишь? Типа пчелка Ламборгини. У нее решетки здесь. И что у нее тут? Ты все планшеты ищешь? Ну это есть. Это новое. Да? Да, посмотри. На лямов стоит. Ну, и я думаю, ну лямов не знаю, но $1200 точно будет. Может это был... От полумиллиона долларов. Может это был... Я бы не отдал. Я бы тоже не отдал. Я бы лучше купил, ну, мерс за сотку и хату за сотку. Это коллекционная машина. Вот это, конечно, прикольно. Это, да, воздухозаборник, точнее, да, это воздухозаборник, там огромные тюбера стоят. Ну это вообще старое, у него вообще ничего нету. Вообще ничего не нравится. Это тоже старое, у него вообще нет планшета. Сиденье хорошее, конечно. Она не задумывалась. Пошли руль, да, потрогаем, да? Скажи, только на права надо сдать, чтобы научиться на механике не глохнуть, да? Я в себе. Даже никуда не едем. Не, она старая. У нее типа и руль, вообще ни одной кнопки нет. Такая. Я тебе скажу, то, что наш руль в Шкоде ничем не хуже. Да? У нас же в Шкоде даже Apple CarPlay можно подключить было. Сюда ты Apple CarPlay не подключишь. Я машину вообще себе не беру. Это, наверное, ближайший пару лет. Ну, я тоже. Ну, машины, это же машины же всегда деньги, блядь. Ну, даже если не будет упираться вопрос денег, я не хочу. На такси? Типа ты хочешь, да? Или на чем? На такси? Нет. Ты смотри. Да, старые... Старые. Нет, я имею в виду вот эта вот штука, она даже называется по-особенному. Вот переключение режима. Монетина вроде. Да, Монетина называется. Пошли к следующей, эту понятно. Слушай, а в Чехии, получается, можно выбрать... Это, наверное, этот, который мы смотрели, не? Это наш Мерседес подъезжает. Так, это выходит с Мерседеса.
Бабка? Вот это года, я бы сказал, ну, 4, не. Не, это тоже старая будет. Старая. Не, мне кажется, старая будет. Мне кажется, старая будет. Ну, потому что, смотри, у нее здесь, ну, вот так. Не, эта я машина выпускается 2012. Вот именно этот кузов. Вот я думаю, это 12. Я думаю, это и 12-й год где-то так. Нет, она от 17. Она от 17, потому что это 991 кузов, точка 2, это типа рестайлинг. Новая не, оптика. Ну она прикольно выглядит, конечно. Это ты тоже 1300 будет стоить? Я думаю, ну 200. Не, ну сотку точно будет. Она больше сотки. Сотку точно сейчас будет. В России я знаю, что 16,5 миллионов за нее просто. Это вон лампу открыли. GT2 RS. А это же третья. Это GT3 RS. Она что там? У нее 500 сил, у этой 700. Вот это уже видно по навеве в карбоне. Что тут у нее? Ну тоже, конечно, непонятно какого года. Ну кнопки такие старые, планшет вроде есть. Тоже обыкновенно 911, не знаю почему, но если на них просто дофигища мух сидит. Что тут? Тоже ни одной кнопки на руле нет. Планшет непонятно какой. Я бы сказал, года 7-го. Том. Ну, это раритетный какой-то Порш. Внутри. Ну, он вообще как. Ой, блин, вообще как Жигуль. Это чё? Audi R8. Спайдер, наверное. Потому что открытая. Что о нем можно сказать по салону? Ну, она тоже будет старая, потому что, ну, руль как у нашей Шкоды, ну, по мягкости, да, гоночный, планшет есть. Хотя обычно у них планшетов нету, в этих моделях R8, у них там просто консоль, сюда он, видно, сам его всунул. Тот Porsche, вот, 4 Porsche у них здесь. Потом это Mercedes, самый новый здесь будет, самый крутой. Его я уже снимал. И салон, наверное, уже снимал. В общем, вот это Mercedes самый новый. У него уже и руль, вон крутой. Смотрите, мне открыли Mercedes специально. У него всего 9 тысяч пробега. Прикольный. Так, потом у нас здесь Volkswagen Пчелка опять. 5А0201. Ну, это... Это, в общем, можно сказать, что даже года 19-го будет. Потому что мы такой же брали каршеринг, только Polo. Вот нормальные тачки BMW, они уже все будут новые. Да, это новые BMW. Ну как сказать, новые? Год 17-го точно будет. А может даже и новее, но на M2. Но M2 я никогда еще не видел. Это вот будет новая четверка. Она получается в пленке, синие фары, уже все как надо. Шапочка девочки, сиденье ковши. Да, ну у нас, что сказать, у нас и в Беларуси есть такая салатовая. Это М4. Это выглядит просто огонь. Это что-то типа улучшенная версия тройки, на которой мы гоняли. Спереди какие ноздри. Ну прикольно. Вот такую я все уже взял. Что за планшет есть? Да, есть. Но опять же, механическая коробка передач. Это, ну, вопрос. Может, я бы на механике взял. Зато хотя бы машину будешь чувствовать. GTR. Тоже механика.
Ну, я не разбираюсь в этих фордах. Но, судя по пленке, должен быть новый внутри. Я бы не сказал, что Новый год 14-го. И последняя машина, которая здесь есть. Бурла Перформанс. Вот такая. Что они там делают? Смех. Ну, у нее уже есть планшет, но планшет... Я опять же не знаю, как работает, говорим, года 14-го. Так вот, все, я вам показал все, что здесь есть. И в целом, они сделаны здесь на выставке в парке. Типа, получается, кони или кролики ходят, здесь все в говне. Ух ты, волы. Это нужно принимать во внимание. Или, как я говорю, почувствую, мусим это взять в потас. А не в столпе до того-то говна.